Вот лучшие комментарии предыдущего видео. Всем привет, с вами Бимон, и тема нашего сегодняшнего видеоролика — это мои домашние питомцы. Был у меня котик, звали его Пушок. Почему мы его так назвали? Да потому что шерсть у него была такая мягкая, такая успокаивающая. Но он все же не был идеальным котом, у него были свои причуды. Стоит мне только насыпать корм в его миску, так он со скоростью света бежит на кухню и начинает жрать так, как будто никогда не ел, и это его главная задача в жизни. А еще он очень сильно любил сидеть на моей кровати. Как только я подходил к нему очень медленно на цыпочках, он сразу просыпался и уходил. Еще был смешной случай. Кот гонялся за лазером и случайно врезался в зеркало. Ну а мы переходим к следующему питомцу. Это мой волнистый попугай Тиша. Был у нас смешной случай с ним. Он как-то выбрался из своей клетки и начал летать по всему дому. Мы его ловили целых 20 минут. Мы узнали, как он выбрался. Он прогрыз железный прутик и выбрался через отверстие. Ну ладно, мы будем заканчивать. С вами был Бимон. Всем удачи, всем пока. Я пошел!